Доброго времени суток, ребята, с вами канал Double Geek, и сегодня мы записываем фан-видео Dota 2. Скорее всего, это Лупик, новый аккаунт, как вы видите. Ну что ж, да, давайте знакомиться, меня зовут Вова. Сегодня будет весело. Надеюсь, нам попадется адекватная команда, тиммейты. Предпочитаю европейский сервер. Не смотрите на уровень, ничего нового вы здесь не увидите. Это не основной аккаунт. Итак, ожидаем игру. Итак, ребята, мы нашли игру. Какой-то аутист отклонил ее. Ну, долго ждали, конечно. Ну, подождем еще чуть-чуть. Ставьте лайки, комменты, советуйте нам, что нам записывать, гайды, фан-видео. Скорее всего, мы пойдем в мидлайн, дабмера, ганкера, ну и, собственно, пойдем в лейт. Итак, наблюдаем картину. Какой-то квапси имеет калькулятор, а не ноутбук или компьютер стационарный. Ожидаем этого долбоеба. Давайте посмотрим пока, что у него... В избранных героях снайпер, двухкнопочное создание, вайпер относится к тому же, и дазл. Скорее всего, этот парень не особо любитель доты. Ну, посмотрим, не суть. Да, его калькулятор еще не прогрузился. Давайте поздороваемся, посмотрим, как реагируют наши... О, ничего себе! All pick. Так, ну что ж. Выбираем нашего персонажа Кунка. Ага, мидлайн занят. И так как мы, в принципе, адекватные ребята, уступим и пойдем в изилайн. Можем наблюдать пик. Ага, Крабелиус была репикнута, хотя у них был бы неплохой пушт потенциал благодаря ее душам. Также мы имеем против нас Шейкера, неплохого раскастера. В принципе, у него есть и лейт потенциал, саппорт, инициатор. Он идеальный персонаж. Если по желанию, комментируйте, какого персонажа следующего вы хотите увидеть. Эмбер Спирит у них, он скорее всего пойдет в мидлайн. Сларк пойдет в харду. Саппортов пока у них я не наблюдаю как таковых. Хотя если Шейкер будет играть через Soul Ring Dagger Arcane. Итак, Вайпер. Два саппорта. Один Кэрри и не... О, Крабелиус, отлично. Итак, расскажем про наши способности. Первая способность — торрент. Дает некоторое оглушение. Урон повышается по мере обучения. Дальше у нас Тайбрингер. Это физическая пассивная способность. Добавляет доп. Урон на первом уровне 15, на последнем 60. Дальше X-Mark. Очень полезная вещь для того, чтобы обузить ботл. Ну, я вам покажу, скорее всего, на примере это. То есть нажимаем себя X-Mark, телепортируемся на базу, обузим ботл, забираем вещи и возвращаемся в самую драку. И наша ультимативная способность — это корабль. Вот имеем проблемы с этим, так как немногие игроки в доту умеют пользоваться ей. Закупаю стандартный набор на более такого формящего, не уходящего слайна персонажа. 4 танга, 1 фласочка, 2 гантельки и, конечно же, веточка. Итак, Крабелиус против Вайпера на миду. Наш саппорт, ну, поступим крипов для того, чтобы было проще и нас не загангали. Если честно, я не наблюдаю варды в нашей команде, хотя у нас как бы саппортов куча. Так, мы попали на русский паб.
Надеюсь, наш саппорт не будет добивать вражеских крипов. Так, потихоньку фармим на наши артефакты. Против нас на лайне Эмбер Спирит с одной фласочкой. Это радует. Добиваем крипов. Показываем умение. Вот Цемка немного у нас агрессивная, как вы заметили. Ну, фармим пока спокойно, 4 крипа с пачки. Это норма. Аутист пытался добить крипа. Прожал скилл. Мы его немного нахарасим, чтобы жизнь сладкой не казалась. Если Цемка бы додумалась дать колбу, у нас было бы First Blood. Но, видимо, не судьба. Не будем дальше агрессировать, теряем фарм, экспу. Ребят, запомните, никогда, никогда не агрессируйте раньше времени. Это обойдется вам дорогой ценой. Итак, у нас уже есть сапожок. Отлично, наш мув спид повысился. Против нас вайпер на лайне. Нехорошая, однако, вещь. Итак, мы имеем Эмбер Спирита. Поднимаем. И снимаем First Blood. В принципе, все хорошо, все отлично. Сэмка, конечно, с колбой поспешила. Но не будем и грустным. Вот, пока гейм вроде так задался. Как бы приблизительно, скажем. Я лично макшу второй скилл, торрент на раз-два. И пользуюсь отличной способностью Smart. Set my jib. Да, вот зачем вы брали куру у меня? Наш мидер начинает возмущаться, как обычно, почему курьер не бежит к нему. И все в этом роде, но... Of course. Не обращаем на это особого внимания. Сэмка отошла куда-то, меня это начинает пугать. Сплэшем мы поддамаживаем противника и фармим крипов. Желательный набор на кунку... это фазы, стики, барабаны, все, что душе угодно, как бы можно лотар по ситуации. У них просто против нас, у них присутствует очень сильный лейт, медуза. Если просто оставить ее как бы на фрифарме, тогда нам сладко не покажется. Вот это был немного неприятный момент для меня. Пропустил свои фазы, которые находятся. Нам не хватает на них 30 копеечек. Сэмка делает какой-то план капкан. На что-то рассчитывает. Но мы пока спешим драться. Умереть мы всегда успеем. Отлично, у нас есть фазы в артефакте, но теряем легкие денежки. Изучаем способность X-Mark. Покупаем Face Boots. Вот, при их юзании мы ускоряемся. Отличный удар, хорошо. Вот, как вы видите, вражеский вайпер немного получил по голове и уходит на лоу хп. Можем приобрести такой артефакт лайновский, ну вообще, в принципе, стикс. Получаем экспу, и так, что мы наблюдаем? Эмбер Спирит без любых хилок. Можем его немного продамажить. Если он будет агрессировать, он быстренько выхватит свою назад. Да, получаем неприятную тычку от Таура. Ну и можем... Ай-яй-яй, вот это мы просто тупим. Тут комментарии. Вот это подлец. Бежим за нашим. Ой-ой-ой. Вот это немного. Ой-ой-ой. Боже, Цемке большое спасибо, я ей памятник поставлю. Она спасла нашу задницу. Да, немного вот с комбинацией X-Mark Torrent не получилось. Вернемся на базу. Закупаем телепорт. Тангусик один. Так, понаблюдаем, что у нашего мидера. Мидер, в принципе... Ага, у них на миду Earthshaker.
Сларк на лайне погибает. Угу. Итак, вы можете наблюдать очень интересную вещь. У нас Shadow Shaman с фазами. Посмотрим, как это обернется. Наблюдаем, что у нашего Earth Spirit собирается такой артефакт, как Urn of Shadow, который я планировал, но мы не будем аутистами. Там две урны на команду. Это по ситуации. Можем собрать для себя, можем собрать для команды. Так, возвращаемся на лайн. Your middle tower is under attack. Так, ЦМ-ка у нас пока. Отлично, маг через ауру. Попробуем сделать убийство на вайпере. Если наша ЦМ-ка додумается агрессировать, тогда можем что-то попробовать. Отлично, отлично. Смотрите, смотрите, наблюдаем, наблюдаем. Хорошо. Нет, все, нехорошо. Дадим сплэшом. Добьем крипа. Можем принести себе заапгрейженный стикс. Немного прочехлил. Так как винды стоят не мои, а нашего дабл гика. Fair enough. Зажжем деревцо. Подойдем до сюда. А, сюда что-то стало. Отлично, у нас есть артефакт. Magic. A new course. Бац, да. Ожидаем пятый уровень, наверное, чтобы убить. Прокачаем торрент. As you wish. Как бы дистанция увеличится. Фармурской тоже нельзя, а то так. This'll trim your sails. Ага. Наш мидер не блещет. Мне что-то пугает. Так, и так скажем про отсутствие вайпера. Yes. Опа! К нам гости. Сларкс. Поднимаем, попытаемся спасти нашу ЦМ-ку. Ой-ой-ой, покупаем телепортацию и быстро домой. А хотя нет, начинается драка! Отлично, отлично. Ставим X-Mark, подходим, тычка, убили. Да, я немного запаниковал насчет того, чтобы быстро телепортироваться на базу. Не ожидал, что Крабан не посмотрел на... This'll trim your sails. Так, ага, Крабелиус собирается спушить топ таур. Хорошо, поддержим ее. Пуш, пуш, пуш. Ой-ой-ой! Мы наблюдаем шейкера! Хороший рассказ! Боже! Я походу, если повезет, быстренько мы убедляем. Так как за нами очень большой комплект, вайпер. Сларк. Fair enough. Видит, он будет спрыгивать к нам. Или не будет? Не будет. Так. Full sail ahead. Ну что ж. Гейм пока непонятный. Вроде как бы не сильно отстаем. Что ж, чтобы не терять время, зайдем на мидлайн немного. Получим экспы, попушим тауэр, хотя I вот go. Нам прям бежит Сларк с тщетными надеждами. As you wish. Допустим, приобретем ботл и брейсер. А, пардон, 20 копеек еще. Set my gym. Ну, сейчас. Поднимаем эту суку. Давай, давай, шумакнешься дальше? Да, блядь. Ай-яй-яй. A new course. Так, принесем в себе брейсер и ботл. As you wish. Нам будет проще, мы сможем обузить руны, тем самым хорошо. The enemy's top tower has fallen. Надо быть осторожными, так как мы не блещем ни хп, ни мана, ни маной. No room to swing a cat in this crowd. Все будет хорошо. Так, мы не первый год играем в доту. I'm not так, ready. К нам приближается шейкер. В принципе, артефакты у него тоже не айс. When I'm done with this, I'll fill it with rum. На топе у нас этот агрессорский сларк. Of course. Подберем сейчас. Х.
Into the bottle and down the hatch. Будет скоро драка. Так, so you say. Кабелюс. Кулдаун душ. Остался. By your compass. Так, подождите, наблюдаем такую картину. Поднимаем на торрент. Вот это она дура, боже, какая же она дура! Итак, используем нашу способность. Ой-ой, слушайте, что? Ага, смотрите. Хитрый план, да? Ну что, у нас хоста, мы бежим на опережение. Ага, Сларк у нас опасный парень. Опа, нашли Вайпера! Можно разбить ему лицо. Он какой-то непонятный тип. Да, опять торренты у нас вообще как-то... Блять, не блещет. Я сам поражаюсь, что-то я или не волнуюсь, или что. Ой-ой-ой-ой. К нам Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошая сала. Поднимаем. Выблетков. Начинаем бить с руки. У нас есть. Ой-ой-ой. Ну, так как у нас... Боже, нам не хватило писечки. Так. Вот, если честно, нам бы, конечно, Urn of Shadows, который я часто собираю на кунку, он бы нам выручил, мы бы смогли подхилять крабу. Вот эта писечка 70 хп бы умерла вместе с Эмбер Спиритом. Ну что ж, не будем рассчитывать на кого-то. Будем играть сейчас на себя. Ибо я не хочу портить свои нервные клетки. Ну, по пуш потенциалу мы лидируем. Вот, допустим, инициация хорошая. X-Mark не достает. Включаем X-Mark для того, чтобы увеличить его дистанцию использования. Так. Собираем артефактом следующим барабаны. Drums of Endurance. Так. Начинаем немножко подпушивать лайн. Смотрите, кого мы наблюдаем. Шейкер. Хорошо. Возвращаем ублюдка. Поднимаем их. Ой-ой-ой, шейкер раскастовывается. Смотрите, как же ж больно, да? Отлично. Все хорошо. В принципе, все могло быть намного хуже. Попытаемся забрать тауэр. Забираем тауэр. Нашу копилочку. Так, следующий план, который хотелось бы, это бы убить... Очень наглого. Пока бьем ублюдка. Ой-ой-ой. Хорошо, байтим парня. Хороший хек. Удары всякие. Где-то здесь, скорее всего. Ага, ну, в принципе, торрентом мы бы попали. Не получилось, краба у нас опередила. Ожидаем луну, которая появится через 15 секунд. Ой-ой-ой, блядь, что же это? Вот это я, конечно, дебил. X-Mark не замакшенный. Не ожидал, что нас попробуют засейвить Earth Spirit. Надо X-Mark максить. Надо максить X-Mark. Ну, в принципе, счет пока у нас приличный. Крабелиус наверстал упущенное цемком. Ой-ой-ой, начинается драка. Цемка раскастовывает ульту, змеи. Вот парень. Ну. Хорошо. Покупает телепорт, вот здесь вылезет, спорим. Как я и говорил, но у нас команда какая-то такая немного, походу, лопоухие, что ли. Я не знаю. Поставим на быструю скупку драмс. Нам не хватает совсем копеечек. Сейчас я уверен, что какой-то наглый... Full sail ahead. О, надо помочь отхилим союзникам. Вот, смотрите, Эмбер может скоро вернуться сюда. Ну, по таймингу мы не посчитаем. Хуй знает, когда он придет.
При наличии еще одного тиммейта мы бы могли забрать снайпера. Только есть одна проблема. Их рядом не видно. Давайте попробуем забрать Саркевича. Ой-ой-ой, Эмбер Спирит рядышком. Так, запускаем. Они... Да-да-да, смотрите. Оп. Давайте запустим драмы для драки. Not yet. Чтобы... Of course. Ну, можем отхилять. Not yet. Хорош. Set my jig. Collision course. Сейвим. Подбиваем. I'm under attack. Radiant's curse. Spray your blood across the deck. Слышу, что-то вот это мне не нравится. Вообще не нравится. У нас как-то команда быстро рассыпается, на удивление. Неужели они пойдут по тауэр? Вот это они наглые. Хорошо, поднимаем вражеского Эмбера. Убиваем Эмбера. Теряемся, хилимся, живем. Поднимаем парня и гвасим ему лицо. Все, драку мы выиграли, все, в принципе, хорошо, да. Курьер умер. Немного по моей вине, скорее всего. Ну, не будем о грустном. Блин, отличная руна регенерации. Не зря проюзал руну. Пока закинул торрент и зафармил. Так, есть легко. A new course. Вот, отлично. What have we here? Of course. Там всеми силами. By your company. Yes, my strength grows. В принципе, вроде бы все хорошо. Full sail ahead. Да, следующим артефактом мы будем покупать Shadowblade. Так, наш Эмбер Спирит планирует покупать Иулы. Так, мы наблюдаем с Ларка, что у него 890 хп, в принципе, вафлёный. Можно попробовать его поймать. Ой-ой-ой, смотрите, Шейкер немного обнаглел. Хорошая связка. Колба, все дела. Отлично. Попытаемся немного набьём. Пал этому нашему рубитку. Запускаем кораблик на опережение. Опа, неожиданный. А, вот, да. Он нас немного обманул. Ну да, мы его не заберем уже. Хотя нас, в принципе, пятеро. Поднимаем, ждем. Ждем команду, атакуем, хорошо. Все, мы добили урной. Все хорошо. Неужели наши дальше пойдут драться? Нет. В принципе, все хорошо. Наблюдаем, что Вайпер по нашему топ-лайну собирается пушить. Как бы заюзаем глиф, не дадим этому проклятому выдыху. Оставьте. Give me, please. Что, простите? Ага! Короче, наша Роста поверила в себя, я не знаю, что там у нее. ДЦП, рак мозга, ничего, оно все лечится. Анджелина Джоли вылечили, ее и его вылечим. Видите, да? Вот, посмотрите на это. Очень интересный экземплярчик. Опа! Вот мы нашли Медузу. Not yet. Нам пока ничего не... Подождите. Ксмарк, если дотянется, не до... Да, нас встречать идут. Смотрите, рядом с нами союзник. Возвращаем парня. Ну, немного подъем ему лицо, так, профилактически. Домой назад вернулся. Отлично. Ждем крипов. Руна двойного урона заберет по-любому. Of course. Так. Ой-ой, смотрите, агрессор какой. Прям, бля, у меня аж ножки затрусились.
хорошая сайленсер от Крабелиус. Возвращаем... А, как это было? Да, это, конечно, эпик фейл даже. Ну, это мы тоже... Боже! Не успели. Медуза у нас... А, боже, Медуза с Майл Штормом 21 минуты и даже сапог не собран. Ну, все нормально, все нормально. Your bottom tower is under attack. Так, что там наш мегалейт потенциал в виде росты? Ну, тут bottom тяжело tower предсказать, что она будет собирать. Скорее всего, это или будет Мёльнир, или Кираса, понятно. Ага, Доминатор еще к себе. Да. Ну, мы не ищем легких путей. Вы можете наблюдать, как... Ой-ой-ой! Там. Хорошо, боже! Я по-любому поставлю лайк, коммент на нашего... Боже. Просто... Вот... Эмбер Спирит, мой кумир. Как бы... Он не из моих любимых персонажей, но... если будет желание, можем попрактиковать на нем. Все, в принципе, его особые... Особые скиллы мы знаем, ознакомлены. Ой-ой, итак, мы нашли Эмбер Спирита. Так, пойдем ему навстречу. Видим. Отлично. Да, вы его толкаете. Хек, хорош. Всякий случай мы его за X-Mark. Далее. Смарк, отходим, чтобы на, по нам не попал. Ой-ой-ой, смотрите, какое наебалово, а? Боже! Он меня проклянет. Вот серьезно, вот, вот сейчас будет смеху, пизда. Sorry, please, мисклик. Ну, это по факту был мисклик, серьезно, я, блять, чувствую себя каким-то... Да. Ну что? So you say. Не уж. I'll save this for another day. Можем пока пригреться. Подождать, может, к нам кто-то в гости зайдет. Shadow Blade. Так, у нас появился новый артефакт Shadow Blade. А, как вы видели, вот-вот-вот, смотрите, скоро будет начинаться драка, мы пока зайдем в виз. Вот-вот, смотрите, мы нашли. Дали ему X-Mark, подняли, убили. Ну, все, в принципе, получилось нормально. Ну, давайте запушим мид. Зря Краба прожала экзорцизм. На самом деле... Опа! Оформляем клиентов. Возвращаем, поднимаем на этот. Парень продвигается, получает пизды. Заходим в инвиз. Это что такое? Как, почему наши оставили его просто так гулять? Это всегда так было интересно. Боже, опять эти ебаные мисклики! Оп! Оп! Боже, посмотрите, как все страшно-то происходит, а? Смотрите, парень попался на важную нашу ловушечку. Разбили ему лицо. Ну, все очень как... Вот это! Ты ж пизда! Васа! Вот, блядь, честно, я аж охуел. Ну, блядь. Бей вот эти. Змейк выдели и бей. Продадим. Или не будем продавать? Да, продадим уже.
Драки непонятные. Хорошо. Full sail ahead. Блять. Опа. А нет. Байоком. X mark the spot. Fair enough. И убегаем. Так, у нас в кармане находится 3200. В принципе, все хорошо. Ай. Можем побочника зафармить кентавра. Here's a yard arm for you. Not yet. A new course. Так, так у нас итого 3300 на кармане. Ну, здесь есть несколько вариантов. Первый вариант — собрать Bloodmail для более как бы реализированного ихнего дамага, точнее для его уменьшения. Дальше можем собрать криты, чтобы выходить из инвиза и давать одну БКБ против наших шейкеров, сларков и прочего. Ну, будем собирать БКБ. Я считаю, это один из самых лояльных и актуальных артефактов на любого персонажа, так как он спасает... Ну, не знаю даже, как это передать словами. О, мы видим, как наш Про Эрс пытается что-то сделать Медузе. Все, да, отлично. Так, ну что, телепортируемся на топ. Зафармим наше БКБ. Можем пока... Of course. Потом принесем артефактом. О, кстати, если получится, в принципе, можно будет забрать с собой. Забрать, точнее, просто забрать. Успеем, конечно же. А мы не успеваем. Of course. Да, нас заметили. Не хватило немного. Your middle tower is under attack. Добежать. Fair enough. The enemy's bottom tower has fallen. Так, постоянно быстро скуку. Ой-ой, наши тиммейты. Хорошая драка, отличная, но мы не будем пока вмешиваться. Наш желаемый артефакт БКБ. Все, мы несем себе БКБ. Отлично. Поднимем 16 уровень в лесах, чтобы выйти потом с третьим замашенным кораблем. И... им не казалось это сладким. В принципе, хотя мы можем наблюдать, что все внизу, мы можем пользоваться всем моментом, пока пропушить немного топ. Так, ну что ж, в принципе, мы отдадим, так, телепортация вроде у двоих из их команды, только внизу, вот этот у сладка. И боже, я там забыл уже. А, его имя, да? Your bottom tower has fallen. Пока не будем показывать свое личико. Пошлите, бот. Так. Опа! Scramming speed. Союзаем БКБ, чтобы не было такого нюанса, что нас застанет, и шейкер сможет как-то убежать. Вытерпим паузу. Заберем себя Урнс. И будем ждать 18 секунд, чтобы разбить лицо Сларку. Full sail ahead. It's not time yet. As you wish. Так, следующим артефактом в любом случае мы будем собирать Дейдалус. Надоело мне вот эти мелкие перепихоны. Благодаря своей пассивке. Хочется выйти, так знаете, дать одну, чтобы чувствовать, кто дом хозяин. Мы заменим, скорее всего, это стиками. Но если... Ой-ой-ой, смотрите, смотрите. Ну мы тоже так умеем. A new course. Кого дольше, да?
мы более смелые, наглые ребята. Ого! Вот мы отпугнули торрентом. Он подумал, что мы побежим в леса, но мы же не такие. I'm not ready. Fair enough. Ой-ой-ой, смотрите, он еще вообще наглее. Боже, таких наглых ребят я... Collision course. А, боже! Полсекунды, твою же мать! Ну давай подеремся, ты хуец! Что такое? А чё лотар сразу? Что за дешевые игрушки? Какие-то во сне сыпливые. А я рокал, да. Это, конечно, надо было так полсекунды. Ой-ой-ой, смотрите, смотрите. ЦМ-ка, ЦМ-ка! Икс-марк, лотар. Боже, блядь, я заебался, серьезно. Я уже просто расстраиваюсь в этой жизни. Мне кажется... Ой-ой-ой-ой-ой! Боже, вот это шейкер. Да, шейкер гоним. Стильно, мощно. А, краба, суицид! Крабелиус! Мэй! Отлично, она услышала нас, сделала суицид. Так, ну, наши союзники спушили мидлайн, конечно, шейкер нам всю малину обломал. Вот, как я и предполагал, Роста собрала Кирасу, Доминатор, Вангвард, боже, надо же таких еще увидеть. Ну, как вы видите, их страшный лейт, о котором я говорил на начале всего видео, так и собрал там Мэлшторм, ПТ и Аквила. 35-я минута, у них есть шанс. Ну понятно, здесь гейм мы выиграли. У ихнего Сларка в планах... Ой, божечки, в планах собрать... Господи, дай мне памяти. Я уже так давно не играл в Доту, что не могу вспомнить название этого артефакта. А... Сейчас... Боже, что тут... А, вот. Продаем стики или барабаны? Нет. Давайте купим барабанчиков. Продадим стики. И, наверное, из Бледме... да, ну вы поняли, что я хотел сказать. Из Фродсфорла мы планируем сделать Бледмейл. Так как мне не нравятся вот эти мелкие дешевые игры. Ну все. Сларк отправляется в таверну. Отправляется ведь. Мы идем на мидлайн и видим, что ихняя медуза фармит в лесу. Так. Отлично. Поднимаем хосту. Наблюдаем такую картину, что. А, она не одна. С ней целое сборище. Она, скорее всего, где-то здесь фармит рядышком. Вот она. Смотрите. Вот делаем такой маневр. Обман. Давайте, 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 давайте. Агрессируем меня, агрессируем. Агрессоры. Ой-ой, у нас заканчивается хоста. Надо быстрее под башенку. Ну, не получилось так, как хотел. Если бы у нас было преимущество в пару секунд, мы видели выстрелы. Мы видели выстрелы. Медузы, мы могли бы поймать ее на торрент, X-Mark, корабль. Не, если не пойдет пункт. А, смотрите, наши союзники хотят забрать Аегис. Отличный корабль, наконец-то мы им попали, да, ребята? Боже, это у меня просто аж, не знаю, душа обрадовалась. Ой-ой-ой, смотрите. Radiant structures are fortified. It's not time. Немного наглого вайпера мы отправили домой. Not yet. By your compass. Так, тут все норм. A new call. Хорошо, принесем себе Бледмейл. Not yet. Set my jib. Хоть одного крепастера.
Denied Tower. Ну, да. Сэмка, надеюсь, услышала. Не будем давать лишний голд вражеской команде. Да. Окей. Отлично. Ну хоть послушная команда. Так, Кристал Мейден не отдал. Отлично. Так, заходим в лотер. Инициация, конечно, они поспешили с инициацией. Full sail ahead. С вот этой, так скажем, типа намерений на драку. Мы ставим X-Mark. Возвращаем. А это как это было? Экзорцизм проюзала. Хорошо. Отворачиваемся. Ой-ой-ой. Что здесь происходит? Помогаем. Ставим все артефакты и тупо наглую ебашим лицо выплетку зовущимся Эршейкером. Так, вроде все хорошо. Ап-бум! Отлично! Ну все, ихняя команда снялась. Остался только Эмбер. Смарк. Ой-ой-ой. Эти станы, как я их люблю, господи. О, все, мы отправились наверх. Ну, два из трех лайнов запушено. Краба, you have suicide. Окей. Good job. Ты можешь мне по-русски говорить. Так. Продадим урну, наверное, и приобретем кристаллис. Медуза с предпоследних и последних драк нафармила почти линку. Это что, Брасон, это вы покупаете, чтобы суициды что ли делать? Ага, у нас очень смешной комментатор. Боже, посмотрите на эту расту. Я бы за меня 1500 денег дали. Хочется было. Да, раста. Удивительный персонаж сейчас. Я просто прям пересмотрел, наверное, взгляды на доту. Прямо после вот Раста Лейт. Еще ей не хватает, не знаю, там Кримсел Гвард, наверное, и Мёльнир в слотах. Еще пару таблеток, чтобы она прямо... Так, покупаем Кристаллис, как и планировали. Все отлично. Так. Эрс хотел типа заинициировать драку. Боже, у Сларка уже скали, вы представляете это? Хотя давайте Рошана заберем, а Еги сдадим Крабелиус. Так как, ну вообще было бы идеальный таков план: мы забираем Рошана и сносим третью сторону. Просто самый идеальный план. Краба, забираешь Аегис. Раста, сетку, хекс. Опять он меня бросит. Просто... Healing me, please, Earth. Earth, healing me. Use urn. Thanks. Русский говорите, в чем проблема? А, у нас эти... Все русские. А, ну у нас все русские. А, наверное, не слышит, о чем мы говорим. Все, я слышу. Нормально. A new call. Your bottom tower is falling.
Блять! Просто паника какая-то. А-та-та-та! Вы представляете? Да, контроль же пал. Хорошо, корабель уже. Егис. Травела. Итак, смотрим. Хорошо, успела. Ну, мы зашли как бы не особо грамотно. Я, допустим, очень потерял контроль, когда должен был ударить Сларка. Немного растерялся. Мискликнул на крипов. Так. Нам действительно не хватает Crystal Maiden в драках. Там, боже, даже одна колба и раскастовать ее ульт где-то в сторонке. Ну, хотя бы так. Было бы отлично. Мы можем видеть, что нас собираются против нас собирается камбэк по миду с стороны вражеской команды. Моментально Earth Spirit почти на деках уходит. Сэмка раскастовывается. Все как Хаски, но мы просто потеряли двух персонажей. Вот смотрите, вот посмотрите на эту Расту, которая просто отбитая, мне ее просто... Ой-ой, тут вайпер! Ну пиздец! Просто, если честно, я потерял дар речи, так как трое тиммейтов отдались, ничего особо не сделав. Ну, честно говоря, как бы Раста в этом немного виноват. Ну, давайте не будем о грустном. Подойдем в лотаре, ударим... Ой, не хотел еще. Давай попьем. О боже. Вот и Bloodmail. Вовремя включенный Bloodmail очень помог. Подхили. Fair enough. You're a trusty mate. Наконец-то у нас вылетел крит. Да-да-да, все. Подхильте еще. Сразу. Set my jib. Earth. Спасибо. Not yet. Нижний, бараки, спасибо. 30 секунд. Да-да-да, ребят, нижние бараки. Серьезно. Да нет! Осталось 20 секунд до Сларка. Ну что из этого, давай, ёбаный, друга. Что, блядь, я не сниму? Снесите, блядь, шейлы, ребят. 9 секунд до Сларка осталось. Так. Пиздите бараки, и не будет бутылок. Подхильте! О, так, змеи. Отлично, проюзаем барабаны для последней драки. Все, наглую бьем. Шейкер поднимется только через 20 секунд. Не обращаем ни на кого внимания, шейкер возвращается. Ну, включаем. Отлично, просто... Просто, блядь, хуй пойми что. Ну, я думаю, драться дальше не стоит. Да, не хочу драться, честно. Я причем остался один. Так, покупаем рецепт на Дайдаус и отправляем его к нам. Ну, в принципе, сейчас просто ждем конца игры. Я не считаю, что Шейкер с Медузой смогут протянуть крипов, так как Медуза не особо сейчас прям расфармлена, у нее нету ни Джора, ни особого урона, ну как бы так. Немного. О, господи.
Ну вот, у нас стоит Даллас, иллюзия. Fair enough. Так. Такс. Что будем делать? У нас, в принципе, есть full все. Sail ahead. И ничего. Можно. Можно просто. Вот, сейчас попробуем. I change tacks. Подходим, даем тычку. Мы сделали дабл килл. Получаем 25-й. О, отлично, регенерация. Спасибо. Все, пацаны, давайте фильм. Просто изи дабл килл. На этот раз Лёрд Шейкер уже понял, что не стоит по нам давать способности, станы, удары. Бледмейл вот все-таки вот решает в таких маленьких моментах. Ну что ж, собираемся, победим и заканчиваем эту игру. Отлично, к нам пришел в гости Эмбер Спирит. Получает просто, блядь, таких моментальных пиздов. Что ж, приятно. Заюзываем Драмс. Отличный вообще, просто шикарный. Ай, протупили. Ну и с руки, бля, режем эту хуету. Включаем там БКП для красоты, все эти колки, кораблики. Ну все, ставим лайки, комментим, добавляемся, обсуждаем, кого вы хотите в следующий раз увидеть. Всем спасибо, всем пока. С вами был Double Geek и новый ассистент Вова. Что ж, дорогие друзья, надеюсь, экспериментальный проект по Dota 2 вам понравился, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте своим друзьям и знакомым, а вообще рассказывайте просто всем, даже маме и бабушке, потому что уже просто завтра мы начнем записывать гайды, обычные летсплеи и даже стримить видео вместе с вами, дорогие друзья, да, именно с вами. Поэтому подписывайтесь на канал. Все, кто будет способствовать продвижению нашего канала, мы будем выдавать рарки. Так что, дорогие друзья, пока-пока.